Кирове 13:05. Начинается вторая часть программы «Дневной разворот» в прямом эфире радиостанции «Кировград». Наша частота 101.0. Вас приветствует ведущая Дарья Бузлиева. И Владимир Сметанин. «Дневной разворот» продолжается 2 часа, но, разумеется, трудимся мы полноценный рабочий день и следить за результатами нашей работы, читать новости, читать самые яркие высказывания наших гостей, читать материалы от наших партнеров и коллег. Можно в телеграм-канале радиостанции «Кировград». Заходите и подписывайтесь. «Кировград» набирайте. Также не забывайте про существование нашей группы во ВКонтакте и про наш сайт kirovgrad.ru. Во втором части «Дневного разворота», видимо, мы будем шелестеть страницами, да? Очень активно, это трудно будет не услышать. Сейчас представим наших гостей и обозначим нашу тему, которую мы уже анонсировали, в общем-то, час назад. Да. За столом у нас Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове и сайта bnkirov.ru. Анастасия, добрый день. Добрый день всем. И Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Медиа». Роман, добрый день. Добрый день. Да, приветствуем вас, коллеги. Сегодня у нас очень важное и ответственное задание. Подробно рассмотреть результаты очередного большого, да, проделанного труда. Это ежегодный рейтинг влияния. На этот раз это рейтинг влияния «Люди и бренды» по итогам 2023 года. Рейтинг традиционно составляется нашими коллегами из «Бизнес-новостей». Кстати, 16+, на всякий случай, да, произнесу возрастное ограничение информационных ресурсов. С утра с удовольствием буквально мы перелистываем эти страницы, видим красивые лица, делаем уже какие-то предварительные выводы, и вот сейчас у нас есть прекрасная возможность в прямом эфире эти итоги подвести, тоже на чем-то сконцентрироваться и определенные выводы тоже, безусловно, сделать. Нужно, наверное, начать с предварительной все-таки еще раз, да, подготовки, что предшествовало появлению вот этого замечательного выпуска. Анастасия, тут Роман будет на подхвате, безусловно, тоже. Как в итоге, сколько удалось собрать анкет и по одному, и по другому голосованию? Ну, анкет я могу назвать общую цифру. Экспертное и народное голосование у нас было, да, напоминаем. Да, всего у нас было более 7 тысяч анкет мы собрали. Надо понимать, что в экспертном, предположим, нам поступило 360, но мы их отсматривали на предмет того, что к нам почему-то поступили некоторые анкеты от адресатов, кому мы адресные ссылки не отправлялись. В экспертном голосовании голосуют только те, кому мы направляем адресные ссылки. Поэтому в экспертном у нас примерно 260 человек, которым мы точно направляли. Чистых. Чистых, да, голосов. А в народном мы не подсчитывали это сколько, но около 3000 голосов мы убрали, потому что они не соответствовали требованиям и правилам голосования. Ну и там чистых больше 7000. Оправдались 7000. Ли, Настя, ожидания? Говорила ты, что вроде как в этом году должно больше людей принять участие. Ну, приняли участие чуть больше. Ну, если с учетом вот этих анкет, которые, ну, не соответствовали требованиям голосования, да, побольше, чем в прошлом году, 2,5 тысячи. И еще плюсом к нам дополнительно звонили. Звонки поступали люди, которые не заполняли целиком газету, а хотели назвать номинантов в той или иной номинации. Ну, это действительно эксперты, мы их знаем, потому что люди ориентируются в отрасли, поэтому мы их дополнительно голоса включали в какие-то номинации. Ну, справедливости ради надо сказать, что сегодня практически все наши коллеги по группе компании InMedia публикуют так или иначе результаты. Спасибо. Рейтинга «Люди и бренды», и Роман Данилин активно информирует своих подписчиков и читателей в рамках телеграм-канала Personal Opinion и в соответствующей группе во ВКонтакте, так что многое уже стало известно. Давайте начнем с общих выводов, с общих подходов. Роман, о чем говорит, да, распределение этих голосов, что получилось на этот раз? Есть вещи, которые традиционно выходят в качестве результатов этого рейтинга «Люди и бренды». То есть это я говорю и про компании, и про конкретных лиц, которые вот из года в год уверенно заходят в число лауреатов, победителей. Но в этом году особенно радует... Это Анастасия в прошлом говорила эту фразу, я в этом скажу. Особенно радует количество новых лиц в самых разных номинациях и в брендах продовольствия, в общественных проектах, особенно в номинации «Малый и средний бизнес». И на самом деле мне тут звонил на днях Дмитрий Русских, тоже спрашивал вообще, есть ли новые люди, есть ли новые лица, есть ли надежда на изменения положительные в Кировской области. Ну, Дмитрий Русских, напомним, депутат Заксобрания, да, депутат Заксобрания, да. Лидер фракции «Справедливая Россия». Я говорю, Дмитрий Михайлович, да, и мне там
не стыдно и приятно это сказать, что новых лиц в рейтинге очень много. Я вот, кстати, открыла рейтинг влияния, и первым, на кого наткнулась, это как раз Дмитрий Михайлович. 20-е место и там занимает, и по мнению экспертов, и в народном голосовании. Ну, кстати, если по новичкам уже затронули тему, допустим, в анкете, в первоначальной анкете, предположим, по лидерам малого и среднего бизнеса мужчины было 100 предложенных кандидатур. И, я не знаю, там больше, наверное, половины из них новенькие люди, угу, которых не предлагались в прошлом году. И, в принципе, в итоговый шорт-лист тоже вошли немало очень. Ну, это достаточно большая доля, да, буквально половина из сотни. Процентовку это я не скажу точно, но я смотрели, угу, пересматривали анкеты, смотрим, угу, этого не было, а это кто такой? Ну, это же очень, угу, даже неплохо. Давайте начнем с номинации «Рейтинг влияния». Да? Наш подробный обзор того, что получилось, что вообще за номинация такая, простым языком выражаясь, да, «Рейтинг влияния». Что это все значит? Лица, безусловно, все знакомые, да. Что под этим подразумевается? Что зависит от этих людей? Роман. Мы ежегодно этот рейтинг влияния обозначаем как одну из главных номинаций, угу, проекта «Люди и бренды». Говорим мы здесь про влияние самое разное. Влияние и политическое, и силовое, и информационное. В целом вес в обществе лауреатов и тех людей, которые стали победителями этого рейтинга. Ну, на самом деле вопрос правильный, Владимир. Влияние, оно может быть разным. Мы здесь, наверное, предлагаем такое усредненное общее, да, влияние, которое учитывает разные сферы. Если говорить про ключевые выводы в этом году, я вот когда готовился к эфиру, для себя отметил ряд позиций, которые хочу озвучить. Именно в 2023 году, в прошлом, губернатор Соколов сделал ставку на развитие команды зампредов. То есть им был, по сути, дан зеленый свет на публичную активность, на открытость. Многие из них завели свои телеграм-каналы, проводили пресс-конференции, приходили к нам на прямые эфиры, да, Кировград, клуб редакторов. И здесь я хочу сказать, что ставка губернатора на продвижение именно команды, своей команды, ключевых замов, сработала. И это выражено в итоговых результатах. Обратите внимание на ключевых зампредов. Значит, мощнейший рывок по итогам экспертного голосования у зампреда Алексея Жердева. Он не просто попал в топ-10, он занимает третью позицию, то есть бронзовая медаль по итогам экспертного голосования. Да, да. Самый опытный зампред, который работал еще в бывшей региональной команде, Дмитрий Курдюмов, серебряная медаль, второе место после губернатора в народном голосовании. И четвертое место, по мнению экспертов. Очень серьезный рывок делает зампред Светлана Шумайлова, который по итогам 2022 года в этой номинации не было. В этом году она сразу заходит в топ по результатам народного голосования на 14 место, экспертного на 16 место. Динамика роста зампреда Михаила Сандалова, который скоро будет первым зампредом, станет 10 позиций по итогам экспертного голосования. У него сейчас 11-е, было в том году 22-е место. Серьезный, да, рост, да, произошел. Поэтому вот первый вывод – это ставка губернатора на продвижение команды зампредов сработала. Второй вывод – ключевые лидеры и руководители крупнейших финансово-промышленных групп региона, политических групп влияния сохранили свои позиции. Очень высокое место, как вы видите, у депутата Государственной Думы Рахима Азимова, который представляет интересы Уралхима. В первой тройке он, да, по мнению экспертов, и в народном голосовании. Причем Рахим Азизбоевич и в прошлом году очень занял достойные места, но, как мы видим, прошел год, он эти позиции сохраняет, удерживает и находится в топе 3. Константин Гозман, финансово-промышленная группа «Дороничи», Олег Березин, «Глобус»,
Александр Чурин, Сельмаш, несмотря на то, что он уже не является председателем правительства, и прошел год, его не забыли ни эксперты, ни по результатам народного голосования. Олег Валенчук, депутат Государственной Думы, на 1-2 позиции вырос даже по итогам прошлого года. Помимо этого, я бы хотел отметить рост позиции сенатора Виктора Бондарева, который с учетом специальной военной операции на самом деле делает очень много вещей по линии коммуникации региона с Министерством обороны и так далее. Позиции Бондарева выросли в сравнении с прошлым годом практически на 15 позиций. Ну, то сама есть... обстановка, сама атмосфера поспособствовала тому, чтобы влияние увеличилось. Смотрите, давайте из области немножко спустимся, в город. Вот, как мне кажется, достаточно интересные позиции у Вячеслава Симакова, главы городской администрации, да? Если мы смотрим чиновника года, я имею в виду сравнение экспертного и народного голосования. То есть в экспертном голосовании Вячеслав Николаевич на 4-м месте, народное голосование ставит его на 2-е, да? И в рейтинге влияния он тоже... Ну, на несколько позиций, получается, выше. То есть в рейтинге влияния он в народном голосовании на 5-м месте, эксперты ставят его лишь на 9-е. Ну, почему лишь? Это тоже высокие позиции. Ну, как мне кажется, с учетом того, что фактически это лицо города сейчас, я думаю, тут сложно поспорить. Нет, я имею в виду, учитывая то, что персона в каждом из голосований 30, 3 десятка, да. Ну, здесь все очень логично. Глава администрации – это фигура... в первую очередь, публичная и узнаваемая именно в народе. То есть Вячеслав Симаков активно работает со СМИ, ведет телеграм-канал, дает обратную связь там, практически на каждый запрос населения. То есть его, да, безусловно, знают в народе. Отсюда и такие высокие места у него и в рейтинге влияния, и в номинации «Чиновник года». То, что эксперты его ставят чуть ниже. Это в экспертном голосовании тоже все очень логично, потому что эксперты, они смотрят здесь немножко по-другому. То есть не просто на медийность, не просто на открытость, они еще смотрят и анализируют условно там какие-то глубинные процессы, влияние на в целом региональные вопросы, да, влияние на губернатора, там, силовое влияние и так далее и тому подобное. Поэтому в этой конфигурации, безусловно, там для экспертов куда более влиятельные фигуры это вот тот же самый там Рахим Азимов, Алексей Жердев, Дмитрий Курдюмов, вице-губернатор Андрей Лучинин. Это все очень логично. Были ли, Настя, какие-нибудь номинации, которые вызвали, скажем так, больше ажиотаж, да, большее количество голосов, или, в принципе, там ничего нельзя было пропустить в голосовании? Ну, то есть, вот по каким... Вот ты говорила, что были эксперты, да, кто звонил, кого вы сами знаете, этих людей, они хотели прям по конкретной номинации высказаться. Что это были за такие номинации? По номинациям, на которые больше всего пришло ответов, это, по-моему, бренды продовольствия. Ну, что и логично. В прошлом году была картина аналогичная. Ну, такая самая народная тема, да, знакома, наверное, каждому, да? Да. Что должно присутствовать на столе и что присутствует? Гостиничный, ресторанный бизнес. Ну, эта номинация у нас раньше называлась, по-моему, просто ресторанный бизнес. Сейчас мы хотели назвать хорика, но решили русскими словами обозначить гостинично-ресторанный бизнес. Вот здесь вот очень многие голосовали, особенно в народном голосовании, не за рестораны, а просто за заведения общепита формата кафе. То есть за тот формат, который ближе всего, конечно, который посещает конкретный, да, человек, конкретный голосующий. Еще очень много общественные проекты. Общественные проекты, да, там очень много голосований, поэтому мы решили эту номинацию сделать вне рейтинга, точнее опубликовать всех, кто вошел в лонг-лист. Все. Это вот чисто для того, чтобы как можно больше людей узнали о проектах, которые реализуются у нас и в Кирове, и в Кировской области, о людях, которые это делают. Ну вот я, кстати, смотрю на номинацию, вот эту гостинично-ресторанный бизнес, слушателям подскажу, да, если у кого-то под рукой нет, в экспертном голосовании «Царское село» на 1-м месте, в народном голосовании «Базлс». По-моему, в прошлом году чуть ли не аналогичная картина была по 1-м местам, при этом в экспертном голосовании «Базлс» лишь на 12-м месте. То есть прям действительно такой разброс. Ну, это вот к тому, что Анастасия сказала, что голосуют люди за формат тот, который у дома, грубо говоря.
Так, идем далее к следующим очень важным номинациям, показательным. Может, к бизнесу обратимся все-таки, да, уже. Исходя из профиля издания, да. Давайте «Бизнесмен года» рассмотрим, как распределились голоса и в экспертном голосовании, и в народном голосовании. Роман, пожалуйста. А я думаю, тут Анастасия ближе. Анастасия. Ну, ключевые игроки остались. Все, которые были, практически все, кто был в предыдущем рейтинге, вошел в рейтинг текущего года. Изменился расклад позиций. Вот, допустим, если смотрим «Бизнесмен года», в экспертном голосовании Константин Гозман первое место, в народном Олег Березин. Роман, ты не помнишь, как в прошлом году? Они последние годы именно эти победители соревнуются, меняются. Основные конкуренты, да? Да-да-да, меняются тут местами. Есть кто-то новый, новые лица? Я бы по «Бизнесмену года», вот, извините, перебью, отметил бы вот какой важный момент. Он тоже связан с текущей ситуацией, в чем-то там является конъюнктурным. Выросли позиции у владельцев и директоров оборонных заводов. То есть некоторые из них сохранили свои позиции, некоторые даже выросли. Ну вот это я вижу, да, тут гендиректор Авитека. Да. Александр Иванов, да, это второе место в экспертном голосовании. Что крупнейший завод оборонный Авитек. У Иванова Александра серебряная медаль в экспертном голосовании. Крупнейший оборонный завод «Сельмаш» Чурин Александр пятое место занимает. И оборонный молот Равиль Нургалиев также в топе на восьмом месте по итогам экспертного голосования. Вот это три крупнейших оборонных предприятий, заводов Кировской области. И их директора и руководители заняли очень высокие места. Это стоит отметить. Ну, кстати, это и статистика подтверждает. Вчера Министерство финансов Кировской области опубликовало топ 20 крупнейших налогоплательщиков и Авитек. Завод. На первом месте, этом я напомню, если вдруг кто-то забыл, пару лет назад Авитек не входил даже в десятку крупнейших налогоплательщиков. А еще из интересного я бы отметил очень высокие позиции Геннадия Мамаева. Третье место у него в народном голосовании. Лепси. Да, бронзовая медаль. Здесь тоже история достаточно там понятная и простая. Я думаю, многие заметили, я лично заметил, что в этом году Лепси гораздо серьезнее начали продвигаться с точки зрения информирования о своей работе, и о работе первого лица, и о работе завода в целом. То есть я вижу, они активно ведут паблики в социальных сетях, значит, в Телеграме, работают активно с медиаполем. Вот. Помимо этого, не так давно Геннадий Мамаев стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. И, соответственно, вот его вес в лице и экспертов, и по итогам народного голосования в этой номинации вырос. Ну, есть персоны тут и в конце списка, в первую очередь, которые не попали из народного голосования там, в экспертный рейтинг и наоборот. О чем это говорит? Настолько разнятся мнения у экспертов и обычных жителей? Или как вы это оцениваете, расцениваете, Настя? Ну, обычные жители больше... Или они ориентируются вот просто на... На публичное, на публичность человека. Чем больше слышат и на его, чем больше видят. И, конечно, на бренды и на названия предприятий. А, соответственно, эксперты по-другому подходят. Они анализируют, как Роман сказал, глубинные процессы. Они анализируют работу предприятия, возможно, заходы на какие-то новые рынки. Эксперты, ну, эксперты, те, которые участвовали в голосовании, повторюсь, что они ориентируются в отрасли, в той или иной отрасли. Да, и они очень... Наизмеримые показатели. Да, они выручка, очень много знают оборот, штат. Что... Ну, для примера, да, Доротюк Ольга, гендиректора фабрики «Весна», она в народном голосовании заняла свою позицию, а в экспертном рейтинге она То же самое вот Анастасия абсолютно правильно отметила по поводу народного голосования. Вот, и то, что люди голосуют за бренды, а не сколько за фамилии. Вот посмотрите, Владимир Савиных, «Здраво», да, известнейшее предприятие. Игорь Шехерев, «Кировский хладокомбинат». То есть их нет в итоге экспертного. А эти вот продуктовые гиганты, заводы, предприятия Кировской области, бренды знают, ну и вот за директоров проголосовали. Вот Полосов, смотрите, Владимир, генеральный директор «Сладкая Слобода», совершенно это верно. Все, это вот три последних, их не было в предыдущем рейтинге, это новые лица. Подросло, смотрю, количество тех, кто в народном голосовании выбирал ответ, что нет выдающихся.
С чем это может быть связано? Казалось бы, у нас столько производителей. Ну, я не Опять же, и брендов. Я не исключаю, что это технический момент. Uh-huh. Сами лонг-листы для голосования действительно были очень масштабные, очень Просто большие. Просто кто-то уставал, возможно? Ну, возможно, да, возможно. Не, мне больше беспокоит цифра, она хоть и маленькая, но она есть в экспертном рейтинге, да, почти 2% проголосовали, говорят, ответа нет. Извините, но вы же эксперт, вы вроде как в любом случае должны определиться. Здесь тоже очень логично. У нас эксперты были разные, например, были эксперты, которые хорошо разбираются в сфере общественных проектов, да. Ну, то есть это совершенно там узкая, конкретная, понятная, специфическая история. Но в бизнесе на самом деле они там не разбираются или не хотят разбираться. Это совершенно нормально, поэтому они... Или наоборот, все приелись, надоели. Такая мотивация тоже может быть как в народном, так и в экспертном голосовании. Нет, первая, наверное, она правдоподобнее. Потому что действительно там... Так, предлагаю вам перелистывать, переходить к номинации «Малый и средний бизнес». Он, наверное, можно сказать, ближе к нам, потому что мы именно этот сегмент, да, представляем. Да, чаще всего. Наше предприятие. И тут, да, Анастасия об этом ранее говорила, что тут решили разделить на мужчин, малых и средних предпринимателей, и женщин, которые именно в этом сегменте присутствуют. Так, что получилось? Что вы видели? Насколько в этом году... отличительные моменты всплыли на поверхность. У нас поменялся лидер в экспертном, в мужской номинации. Впервые за историю рейтинга его выиграл Павел Шахалеев. Компания «Новый дом». Тоже мы думали, анализировали, когда обрабатывали результаты с Анастасией, с командой «Бизнес-новостей». Рассуждали по поводу экспертных голосов. Да. И в чем же победы. Секрет успеха Павла? Да? Вот. Почему и он как взлетел на вершину? Мы, в принципе, это согласились с позиции экспертов. Почему? Потому что, значит, первое, Павел Шахалеев был в этом году крайне активен с точки зрения работы как застройщик. То есть он строит и школы, у него очень большие показатели по введению объема жилья. Их компания вместе с Романом Голышевым, вроде бы не помню, партнер, Трансхолдинг, значит, вышли на 4-е место и практически близки к большой тройке КССК, Железно и КСМ. Значит, помимо этого, активная работа у него идет в плане социальных проектов, спортивных мероприятий. Они являются и спонсорами, и организаторами ряда интересных проектов. Помимо этого, вместе с партнерами он в этом году зашел в новую для себя нишу. Они открыли сеть кофеен «Малевич». То есть на самом деле активность по делам у него высокая. Угу. По делам конкретным, измеримым делам и проектам. Поэтому развитие идет по многим, да? по многим самым востребованным направлениям. При этом да. в народном голосовании трудно не вот заметить его, такую деятельность. Его вообще нет, правильно я... Я ведь не просмотрела его. В народном его. Нет, но эксперты вот эти показатели, которые я озвучил, они, безусловно, видят. Ну, здесь вообще приятно, что хорошие компании победили, хорошие, серьезные, интересные игроки рынка. Андрей Петровых, два Андрея, вырос. Константин Русских, Макси Флора. То есть очень хороший там цветочный бизнес. Сейчас это даже две сетки, которые... Вторая все пучком, которой занимается его сын. Кандидат в депутаты. Он вроде бы был от «Справедливой России» на выборах в Гордуму, если то я не ошибаюсь. То есть параллельно еще и политическую карьеру, да, пытается строить? Безусловно, вот согласен с выбором в народном голосовании. Илья Сагаев побеждает, золотая медаль. Ильяс не так давно выпустил книгу. Этот повод активно продвигал. Очень большую работу проводит с партнерами, со своими клиентами. Ведет активную деятельность в социальных сетях. То есть работает с экспертным сообществом. Роман, прошу прощения, перебью на рекламу. «Водовоз из русского села» бренд называется. Да, напомню, Ильяса Агаева. А сейчас реклама, мы продолжим после нее обязательно. Напоминаю, что в этой части дневного разворота мы говорим о рейтинге влияния «Люди и бренды» 2023. Рейтинг от наших коллег «Бизнес-новостей» в Кирове. С нами главный редактор и «Бизнес-новостей» газеты в Кирове и портала bnkirov.ru Анастасия Белова, а также генеральный директор группы компании «Инмедиа» Роман Данилин тоже принимает участие в нашей беседе. Мне, знаете, что хотелось отметить по поводу лидеров малого и среднего бизнеса, мужчин в народном голосовании. Я смотрю, тут прям три человека, три новичка – из спортивной сферы.
директор зимнего, Центра зимнего отдыха «Калинка» Николай Морозов, основатель школы тэквондо «Нунчи». Нунчи или Нунчи, не знаю, как правильно ударение, Сунцов Нунчи. Алексей. Нунчи, по-моему. И так, кого-то еще футболистов видела. Да, основатель и руководитель детской футбольной академии «Вектор» Виктор Савиных. Вот прям сразу три человека, связанных со спортом, не может не радовать. Видимо, и тогда Сунцов Алексей, назвали. Да. Видимо, говорит о том, что спорт — это та сфера, которую так можно развивать с предпринимательской точки зрения. Опять же, история. И Шахалеев участвует в спортивных проектах, и Швецов Олег Фанком участвует в спортивных проектах и так далее. Так, коротенько договорились поговорить о женщинах-лидерах малого и среднего бизнеса. Там вроде как особо ничего не изменилось. Да, вполне себе... А, новые лица. Но вершина рейтинга, наверное, вполне себе ожидаем был такой, да, результат, Анастасия? И новые лица ожидаемы. В принципе, допустим, Елизарова Анастасия, сооснователь бренда «Грибы и ягоды», достаточно неплохо себя показала в этом году. Народ ее знает. Я один момент отмечу. Мы с Настей обсуждали эту историю. Если бы Юлия Долгоршинных не вышла замуж за Андрея Усенко, ее рейтинг был бы выше, потому что искали фамилию Долгоршинных. Но нужно было искать другую фамилию. Значит, ее не нашли, за нее не проголосовали, а как Усенко ее воспринимают еще не все. И, соответственно, вот у нее пятое место в экспертном и четвертом народном. Маркетинговая ошибка. Осталось бы Долгоршинных, была бы, может, и в тройке, или победила бы. В общем, Юля, мы вам желаем успехов. У вас есть ровно год для того, чтобы... раскрутить фамилию. Да. Ну и да, простите, что не озвучили. Я думаю, что все-таки нужно сделать. В экспертном рейтинге среди лидеров малого и среднего бизнеса прекрасной половины Лобастова Ольга победила. Ольга Анатольевна «Летучий корабль». И в народном голосовании на первой строчке у нас Суроева Надежда. Надежда Васильевна. Да. Так, переходим к депутату года, потому что времени остается совсем немного. Тут тоже и экспертный рейтинг, и народное голосование. Ну и вот интересная интрига такая, да? Я по депутатам сразу отмечу, вот мы не так давно это обсуждали, вы знаете, я выступил с инициативой где-то там неделю назад о том, что кто не ходит, не посещает заседаний больше там 25-30%, их надо лишать мандатов. Место, да? Да, и вот в этой истории я хочу сказать, что, значит, очень органично все получилось. Победили в итоговом рейтинге «Люди года» те депутаты, которые активны, которые эффективны, которые работают в полях, которые решают реальные проблемы, которые открыты и доступны для средств массовой информации, которые ведут свои паблики в социальных сетях, которые реализуют многие важные для жизни города и области проекты, то есть люди дела, и которые активно посещают заседания Городской думы, Законодательного собрания и Государственной думы. И расклады крайне логичны. Рахим Азимов побеждает в экспертном голосовании, Мария Бутина побеждает в народном голосовании. Я причем хочу отметить, что в экспертном, что в народном, вот этот вот разрыв первое-второе место, они друг с другом, значит, соревнуются, минимальный. То есть у Марии Бутиной, если я правильно помню, Анастасия где-то голосов 13, да, она опередила Рахима Азимова. Ну, примерно, да. Совсем так. Да, в народном. Там тысячи были, поэтому там вот именно очень небольшой разрыв. И в экспертном то же самое. Разрыв у Азимова от Бутиной тоже небольшой, поэтому вот они соревнуются, значит, в этих номинациях. Но, тем не менее, смотрите, Роман, да, вот мы тут видим... В народном голосовании на пятом месте депутатов-прогульщиков Дмитрия Русских. Тут у нас Михаил Ковязин, который тоже... Но я говорил больше сейчас про вот как бы экспертную историю. Но депутат, я это почему спрашиваю, потому что все-таки депутаты — это больше про народное голосование, как мне кажется. Нет, я этот критерий тоже перечислил. Это открытость, это активная работа в полях, это работа со СМИ. Поэтому вот такие вот более медийные, более раскрученные депутаты, Мамаев, Русских, Ольга Тырыкина для народа, да, они вошли в народном вообще интересно. Обратите внимание, из 15 больше половины депутатов представляют оппозицию. 7 единороссов и 8 парламентские партии. Попали два новичка сразу, вот обратите внимание, Савиных и Малков. Их раньше не было. Один «Новые люди» и ЛДПР. Малков, конечно, да, очень активен, и вот народ его увидел как депутат. А вот смотрите, тоже не высоковат ли процент тех, кто выбрал «нет выдающихся»?
15,2%. Ну, в народном голосовании, в экспертном меньше это 20%. Там чуть, экспертном... чуть менее 5%. Да. И смотрите, еще из интересного, в экспертном голосовании всего два представителя оппозиционных партий попали в топ-15, 13 единороссов, но все-таки удалось Дмитрию Русских и Константину Русских, это оба справедливоросса, в этот рейтинг попасть. Опять же, оба активны. Дмитрий Михайлович исторически активен, а Константин Русских совсем недавно возглавил рекотделение «Справедливой России» и тоже создает информационный повод. Тоже, собственно, поэтапно идет к тому, чтобы повысить свою узнаваемость. У нас, к сожалению, не так много времени, уже буквально 3 минуты, чуть меньше. Давайте обратим внимание на номинации, где голосование не предполагалось. Они тоже включены, их несколько включены, они... В этот номер «Люди и бренды 2023». Анастасия. Ну, у нас одна из номинаций это «Экспортеры года». Мы в прошлой программе упоминали ее. Это информацию нам предоставил региональный центр поддержки экспорта. Забыла, как он называется. И с представителями малого и среднего бизнеса называли компании. Там, по-моему, 20 компаний, которые активнее всего, видимо, выходили на экспортные рынки, развивали экспортные контракты. Ну, мы считаем, что эта страничка, именно эта полоса, очень даже неплохо получилась, и мы представим людей. Ну вот там, по-моему, с узнаваемостью не очень, там многие не на слуху, как многие мне показалось, да? Многие не на слуху, но мы не голосовали по этой номинации, не было задачи. Если бы мы в анкеты включили этих людей, возможно, там непонятный вывод. Сложности бы возникли, да. Кто, а здесь кто мы это, именно представили компания, да? и людей, руководителей компании, и самое главное, мы название компании представили. То есть мы для чего и публикуем эти вне рейтинговые номинации, чтобы показать, познакомить жителей, не только Кировской области, потому что мы знаем, что рейтинг внимательно смотрят и далеко за пределами Кировской области, как можно большему числу людей. Полторы минуты нас звукорежиссер нам подсказывает, у нас остается... Ну вот очень хороший проект готовит Анастасия со своей командой, уже не в первый год, инвестиционный потенциал. Районов. Нет, это в первый год. Там другая у нас статистика была в том году. Да, мы это проект в прошлом году, мы тогда запрашивали у глав муниципалитетов по три, ну, такие активно развивающие, социально ответственные организации или компании с каждым районом. Если бы мы повторились, в этом году сделали аналогично, я думаю, что список компаний бы не изменился. Ну, у нас, нам в помощь инвестиционный портал Кировской области, просмотрели все инвестиционные паспорта по всем муниципалитетам и обозначили здесь, вот на двух полосах нашего издания, все инвестиционные... Основные фишки, так скажем. Основные фишки, достоинства. При этом население указано, при этом территория указана у каждого района. То есть статистика очень важная, очень интересная. И население, причем, статистика по населению. Здесь еще указан процент трудоспособного населения. У нас 20 секунд уже, к сожалению. Это свежее самое. Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, 16+, и сайта bnkirov.ru, и Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Инмедиа». Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева, «Дневной разворот». Завершаем. Да, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.